прямо, выезжаем вперед. Чуть пошире будет дело здесь. Да, у Лёги большая машина, не вписывается. А, нет, отлично. Бальфоха, ну что. Приезжаем назад. До конца. Чик. Доехали. И вперед направо. А как вот поездит? Есть. Упражнение проехали. Следующее упражнение круг. Готов? Николай, готов? Готов. Все, как будто время пошло потихонечку только, хорошо? Первое упражнение, не забывайте, змейка, заезжается с правой стороны. Да. Вы заезжаете с последнего створа змейки. Следующий элемент у нас, следующее упражнение – движение задним ходом. Обратите внимание, что конуса не очень высокие, поэтому их может быть не видно. А палочки с сентября 2016 года запретили ГАИ использовать. Приезжаем назад. Отлично. Стоп, стоп, Николай, стоп. Давай еще раз назад. Поехали назад. Желательно. Давай сейчас мы. Да, смотрите, мы сейчас чуть-чуть откорректируем, да? На самом деле правильно замечать за конусы. Все, отлично. Смотрите, значит, теперь выезжаем. Поехали, Николай. Выезжаем вправо. Не забывайте, что здесь у вас конус под правым задним колесом. Отлично. Разгоняемся. Отлично. Обратите внимание, шары вот эти вот красные, очень аккуратно, ладно? Все, поехали, Николай, на парковку передом. Так, отлично. Обязательно пересекла, чтобы машина попы упражнения. И задом, задом. Заезжаем задом. Отлично. Упражнение круг. Выполняем круг. И параллельная парковка. Обратите внимание, значит, паркуемся, отлично, и выезжаем уже вперед. Поехали. Делаем левый поворот. Пересечение передних колес будет финишем. Проезжаем еще чуть-чуть, еще. Ну, можно дальше проехать. Все, это время остановит. Открывать новые места. Но я на самом деле знаю ее немножечко. Неоднократная призерка различных соревнований. Все? По политическому многобою. А, все отлично. Были там ошибки или нет? Не было ошибок, ноль. Отлично. Остается у нас еще два упражнения кружок. Сам просто. Да, ну нафиг. Отлично. И параллельная парковка. Так, здесь, да. Самый нелюбимый девчонок. В школе автокурс плюс в городе Пушкино.